Власти Португалии со следующей недели ослабляют ограничения, введенные из-за COVID-19. Сообщается, что меры по их смягчению будут пересматривать каждые 15 дней. Так, с 15 марта в Португалии возобновят работу детские сады, дошкольные учреждения, начальные школы. Также парикмахерские, библиотеки и книжные магазины. А уже с 5 апреля откроют небольшие магазины и музеи. Напомню, с начала эпидемии в Португалии подтверждено свыше 812 тысяч случаев COVID-19. Почти 17 тысяч стали жертвами опасного вируса. Это план, который предусматривает постепенное возобновление работы. Почему именно сейчас? Потому что, согласно данным экспертов, на сегодня мы не в зоне риска. Уровень заболеваемости ниже среднего. Во-первых, будут открыты детские сады и начальные школы. Во-вторых, возобновят работы магазины, парикмахерские.